Позвольте мне представить Наталью Ивановну Антонову, кандидат философских наук, директора Института сознания, город Москва. Корреляция САД и АСАД как онтологическая проблема Бхагавад-гиты, математическая аналогия. Пожалуйста, вступайте. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Слышно ли меня? Да, конечно. Да, спасибо. Во-первых, конечно же, мне хотелось поблагодарить вас за столь яркие, содержательные, разнообразные, даже можно сказать, изысканные доклады, которые так кропотливо собрал Сергей Владимирович в одну конференцию. Спасибо ему за это большое. И все, что касается моего доклада, пожалуй, нужно сказать несколько слов. Почему, как Бхагавад-гита и математическая аналогия? В одном из прозвучавших докладов, как-то, по-моему, это был Олег Георгиевич, если я не ошибаюсь, Бахтияров, он говорил о попытке таких новых поисков, вернее, новых таких когнитивных инструментариев для того, чтобы, собственно говоря, для ведения этого дискурса на темы сознания. И вот мне кажется, что мой доклад, он имеет близкую интенцию, потому что это также поиск или обращение к универсальному математическому языку как когнитивному инструменту для трансляции древней концепции сознания, которая, на мой взгляд, заслуживает самого пристального внимания академической общественности и пока в полной мере его не получает, но об этом несколько позже. Так, позвольте мне включить трансляцию. Да, включайте, можно. Так. Ага. На полный экран. Хотелось бы ее сделать. Эти 42 слайдов за 15 минут. Что? Ну, собственно, я буду, видимо, пролистывать. Главное, что они есть. Что-то у меня не получается на полный экран. Вот все получается. На полный экран не надо, потому что мы не будем видеть листания. Не нужно на полный экран? Вот так, нехорошо? Ну, зависло. Зависло? Mm-hmm. То есть опять вернуть в прежнюю позицию? Будет, да, на, в полуполицию. Так, что же нам придумать-то? Вот так, да? Хорошо. Ага. Хорошо. Итак, уважаемые коллеги, вы видите на экране еще раз название моего доклада «Корреляция САД и АСАД как онтологическая проблема Бхагавад-гиты. Математическая аналогия». Давайте начнем с конца. Так предлагают делать авторы, в частности Стивен Кови. И вот перед вами формула онтологической корреляции САД и АСАД или духовного и материального начал в природе человека. И теперь я объясню, что это значит. Отступление. Что такое аналогия и почему я прибегаю к аналогии? Понятно, что это греческая соразмеримость, соразмерность и подобие. И, конечно же, известен метод аналогии как в науке, так и в философии. Вот здесь на экране вы видите изображение этих людей, которые использовали этот метод. И можно привести такой пример, допустим, Дмитрий Менделеев, используя метод аналогии или аналогический метод, моделирует несуществующие элементы в позиции 21, 31 и 32 своей периодической системы или таблицы, химической таблицы. И в этом перечне есть также имена, имя, вернее, Лейбница.
именно Лейбниц попытался приложить математику первым, математику к философии, и попытался провести знак равенства между математическими вычислениями, использовать математические вычисления как средство доказательства в логике. И затем мы знаем, что эта его попытка положила начало математической логике. Да? И математика, что такое математика, вы прекрасно знаете, что это фундаментальная наука, которая предоставляет универсальные языковые средства другим наукам для, как способ выявления самых общих законов природы или как способ новых открытий и в конечном итоге как путь к истине. И Бхагавад-гита, безусловно, я не буду представлять, я думаю, это произведение известно многим, оно является, считается одним из главных канонических писаний индуизма и относится к так называемой Прастхана Трае, или что значит Прастхана, это значит три пути к достижению, Трая – это три, то есть входит в группу основных канонических писаний индуизма. И одновременно является частью Махабхараты, в частности, шестой части Махабхараты, имеет 18 глав и 700 стихов. И мне бы хотелось... Бхагавад-гита рассматривает много совершенно удивительных концепций и положений, и способов достижения духовного совершенства, разных путей достижения духовного совершенства. И один из них – это как раз тот самый путь, на котором останавливаюсь я. Но также мне хотелось обратить ваше внимание, что Бхагавад-гита впервые в России была переведена Петровым и вышла в издании, в издательстве Новикова в Москве в 1788 году, это три года спустя, после того, как она вышла в Англии, и затем с тех самых пор появилось более 200 переводов этого произведения на английский язык. Появилось около 30 произведений, переводов произведения на немецкий язык и порядка 25 переводов на французский, но при этом есть только 7 переводов Бхагавад-гиты на русский язык. И перевод Петрова, сделанный в 1788 году, в том числе. И о чем же мне хотелось бы поговорить в связи с Бхагавад-гитой сегодня? То есть есть такие понятия сад и асад, или в переводе санскрита они означают сад – это существующий реальный или также реальное бытие, реальный мир, а также праведность и святость. И добавив отрицательную частицу «а», оно приобретает другое значение – то есть несуществующий, небытие, а также неправда и ложь. И эта концепция, концепция сад и асад, концепция, по сути дела, концепция сознания или концепция иллюзорного пребывания живого существа в этом материальном мире, прежде всего содержится во второй главе, в текстах 11, с 11 по 30, и также периодически встречает, как напоминание, и представляет она, то есть в чем она заключается. Так как сад – это существующий или реальный, а асад – это противоположное понятие,
То есть в этой концепции Бхагавад-гита противопоставляет бренное тело осад человека и вечно существующий, неуничтожимый, неизменный и так далее. Множество других эпитетов содержит вторая глава. То есть противопоставляется носитель этого тела, который обладает перечисленными нами характеристиками. То есть, что же, каким образом, почему вдруг фактически человек, вернее, содержит как одну, так и другую, наделен как одной, так и другой природой. То есть человек в соответствии с Бхагавад-гитой, обусловленное существо, изначально духовное по природе, качественно неотличное от абсолюта, от божественного начала, высшего начала, но количественно несоизмеримое этому началу. То есть и из-за своего необычайно малого размера, то есть это маленькая божественная искра или это маленькое существо носит название атмы или дживы, которое представляет собой одну десятитысячную часть сечения кончика волоса. И из-за своих ничтожных размеров, но при этом оно обладает теми же качествами, как мы уже сказали, оно качественно неотлично от целого, от изначального высшего существа, оно из-за своих малых размеров обладает свойством, периодически подпадать под влияние майи или материальной иллюзорной энергии. И подпадая под это влияние, живое существо забывает о своей вечной и неизменной духовной природе и начинает отождествлять себя с телом. Вот можно привести, я здесь привожу несколько вариантов переводов 22-го достаточно известного текста, как обветшавший, сбросив одежды, новый муж надевает иные, так обветшавший, сбросив тела, в новые входит носитель тела. Это перевод Смирнова. И есть еще два перевода, но я думаю, этого вполне достаточно. То есть мы знаем эту концепцию обусловленности живого существования в этом материальном мире. И таким образом наличие двух противоположностей материального тела и духовной души или атмы, или дживы является проявлением изначальной, имманентной двойственности этого материального мира. Мы видим, что действительно в этом мире все ходит парами, то есть мы знаем, что есть холод, вернее, есть ночь и день, есть тепло и холод, есть добро и зло и так далее, есть мужчина и женщина. И по сути дела Бхагавад-гита говорит о том, что эта двойственность начинается именно вот с этого изначального разделения человека на тело и душу. То есть оно и связано с тем, что человек, изначальная душа, помещено в это временное, бренное, материальное тело, которым он не является. И вот здесь есть текст 27 главы, который как раз и подчеркивает эту позицию. Здесь говорится, что все живые существа или бутани, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей, говорится, из желания ичха и неприязни двеша. То есть человек, погруженный в материю, вернее, душа, погруженная в материю, и, по сути дела, ставший обусловленным живым существом или человеком, потому что человек – это и есть душа, заключенная в материю, начинает, олицетворяя себя с материей,
испытывает те самые чувства, проявления, мыслит и осознает себя этим телом и проявляет желания, стремления, намерения и так далее, не свойственные своей духовной природе. То есть получается, что я душа, то есть имеющая трансцендентную природу, иллюзорно отождествляю себя с материей, как мы уже сказали, и все это происходит, понимая материальной энергии, материальной иллюзорной энергии. И можно обратиться к понятию репрезентации. Это определение Эрнеста Кассирера. Репрезентация – представление одного объекта посредством другого или замещение для того, чтобы обозначить, то есть обозначить такие элементы, то есть поразмышлять в логике репрезентации и рассмотреть воздействие этой материальной энергии или иллюзии, иллюзорной энергии Майи как репрезентанта, как того, кто воздействует на изначальное духовное существо, на изначальное чистое духовное сознание. То есть мы видим, что здесь, наверное, видно это или нет, давайте так. Здесь мы видим, что мы обозначаем майю или материальную энергию маленькой А, буквой А, она будет репрезентантом. Майя, вернее, у нас мы обозначаем ее как М в степени, в отрицательной степени, то есть как минус М, степень минус М. А репрезентантом как раз у нас будет обусловленное живое существо, то есть находящееся под влиянием этой материальной энергии. И тогда, безусловно, тот, кто находится под воздействием этой репрезентации или механизмы репрезентации, это будет большое R или репрезентируемый душа, которая, как я уже сказала, находится под влиянием материальной энергии. И вот она, эта формула, то есть обусловленное живое существо, репрезентант маленькое R равно R большому, то есть изначальному духовному существу или душе, находящемуся под влиянием материальной энергии, то есть M в степени минус M. Вот и есть эта формула. И сколько у меня осталось еще времени в соответствии с этим? 2 минуты. Ну, я уже не успею, мне хотелось бы рассказать о том, как возможно, о механизме того, как достигается, как вообще возможно, как духовное существо, как энергия, изначально духовная энергия трансформируется в свои грубые формы, и как это осуществляется посредством звука. Вот здесь вот я на самом деле здесь приготовила множество слайдов очень красивых на эту тему, которые... Это к математике имеет отношение? Что? К математике это отношение имеет? Да, но это, в принципе, это иллюстрирует тот момент, У нас мало времени остается, поэтому уже, наверное, надо к выводу. Да, наверное. Ну, хорошо. Таким образом, вот эти последние формулы, о которых я уже говорила, то есть R большое или душа, или джива-атма, может преодолеть это воздействие материальной энергии или материальной иллюзорной энергии. И мы видим здесь, как это может произойти. Мы видим, что R большое равно R малой в степени минус m минус минус m. В результате r большое равно r в нулевой степени или единица. То есть, по сути дела, духовное существо возвращается к своей изначальной
природе и возвращается к самому себе. То есть таким образом. И как это осуществляется на практике, мы знаем, что во множестве религий существуют такие методы. Это метод связи, в частности, бхакти-йоги, это называется, так и называется бхакти-йога. То есть это связь живого существа или связь человека с абсолютом, с верховной личностью Бога, которая возвращает его изначальную духовную природу. То есть и данная формула отражает или выражает, или является математической аналогией этого процесса. Вот если кратко, то вот таким образом. Спасибо большое, Наталья Ивановна. У меня вопрос сразу возникает. Вот в свое время Лейбниц, который вы упомянули, он разрабатывал свои математические модели, потом познакомился с Пидзином китайским, восхитился, нашел что-то общее и написал трактат специальный для того, чтобы его можно было передать китайскому императору. Кстати, ему передали. С тем, чтобы тот посмотрел на эти модели, сравнил бы с Эдзином и принял бы христианство, потому что, ну, собственно, как бы один в один, там, по мнению Лейбница, тут все было. То есть, с точки зрения Лейбница, это было вполне релевантным шагом. Я не до конца понял релевантность вашего шага. То есть, это все красиво звучит, это интересно, может быть, но вот я не математик, мне как бы это мало понятно. То есть, на ваш взгляд, вот если мы, допустим, возьмем какого-нибудь атеиста-математика в любой из стран мира, покажем эту формулу, объясним, что такое МРИ, большой R, и он должен тут же стать адептом Бхагавадгиты. Или как? Вот, поясните, пожалуйста, релевантность вот этого языка описания даже. Ну, на самом деле, мне показалось это интересным. Мне показалось это интересным попытаться выразить достаточно сложные вещи, многословные, вот в такое, таким языком, очень кратко и понятно, и лаконично. Почему бы нет? Не знаю, мне непонятно, например. Ну, я не математик, поэтому не знаю. Так. Ну, я был вслед за этим тоже. Даже не то, чтобы вопрос задал, а скорее вот как бы, ну, да. К этой теме. Хорошо, пожалуйста. Иван, Иван, Иван. У нас с вами очень много пересечений. Не очень хорошо слышно. Я прошу прощения, не слышно. Есть. Громче, громче. И вот тут, вот, я говорю, у нас еще много пересечений, и вот как раз вот в каком-то смысле так оппозиция предыдущему высказыванию, ага. С Ильей Владимировичем, могу сказать, что вот когда мы создаем какой-то первичный объект, пусть это будет математический, пусть выражено даже вот в тех видах, в которых они существуют, вопрос в том, в каком направлении потом это мы можем развивать. Да. Потому что если мы развиваем по логике развития обычной математики, ну, мы получим там набор обычных формул и все остальное. Можем ли мы развернуть нечто необычное из этого? Кстати, пример тому есть. Вот выступал здесь Вячеслав Моисеев. У него уже достаточно развернутая линия такая. Очень своеобразная математика, он называет это биоматематикой. Но там идет совершенно нестандартное тоже развертывание всей этой системы. Вот это интересно. Ну, пока я не шаги в этом направлении. Да, что, вот, что это просто красиво, что это как бы как некая картинка. А ну, дальше, а дальше что? А дальше что? Ну, почему бы нет? Почему бы не быть этой картинки? Мне кажется, я уже выразила четко. Обращение к математике. Достаточно просто и лаконично. Очень... Как сделать так, чтобы он не выпил? Кратко можно объяснить математическим языком, если кто-то понимает, да? Отлично. Спасите. Спасибо большое. Я маленькое пояснение сделаю чисто терминологически. Прастхана Трая – это не три пути достижения Бога, это три основы. Слово «прастхана» означает «основа». То есть это три текстовых основы, которые лежат в основе всех ведантийских традиций. Вот. И переводы Бхагавадгиты, конечно, не 7, а гораздо больше на русских. Там в районе 20 уже есть. Во всяком случае, я опираюсь на
на подсчеты, которые сделал Серебряный в свое время. Он подсчитал и насчитал 7 переводов. Он это делал, может быть, в начале 90-х еще, а сейчас уже прошло. Замечательно, это очень радует. Хорошо. Коллеги, есть какие-то вопросы у вас? Еще. Иван? Дмитрий? Ну, если сказать, что Ленин не смогу первого связал философию с математикой, достаточно вспомнить Платона, и что было написано для Крутого, что Ленин, конечно, не имеет прямого отношения к современной логике, он скорее лежит у начала строгой семантики своей референции, чем больше кибернетики. Хорошо, спасибо большое, Николай.